Сегодня в союзном государстве бережно хранят и приумножают прекрасные традиции воспитания у молодежи активной жизненной позиции, внимательного отношения к окружающей среде и ближнему, любви к отечеству, умение ценить дружбу, помогают развивать таланты и способности. В Бресте стартовал трехдневный слет студенческих патриотических объединений союзного государства. Это мероприятие, когда мы встречаемся, чтобы использовать свой опыт, разработать и предложить дальнейший вектор нашего совместного сотрудничества. Та молодежь, которая к нам приехала, она все-таки это лидеры и руководители различных молодежных организаций или активисты, которые имеют большой опыт в своих регионах и России, и Беларуси. Задача их сформировать спектр мероприятий, которые мы можем совместно реализовывать на 2024 год. На форум собралось около 100 гостей из разных городов Беларуси и России. Это и студенты, и представители рабочей молодежи, которые занимаются патриотическим воспитанием. Светлана Воднева, одна из приглашенных гостей из города Пскова, приехала поделиться наработками своего университета для дальнейшего взаимодействия с белорусскими коллегами. В эту поездку и на этот форум я приехала одна, но в составе российской делегации. От нашего университета представляю как являюсь руководителем многих совместных проектов между Россией и Белоруссией. Возможно, это была причиной, почему пригласили. И также я знаю, что в настоящее время будет разрабатываться стратегия политики, молодежной политики союзного государства. И, возможно, наш университет тоже пригласят в качестве одного из тех, кто, возможно, представит свой полезный опыт, который ляжет в основу каких-то стратегических положений. Митинг у Вечного огня в Брестской крепости, просмотры патриотического фильма навели на определенные мысли. Молодые патриоты уже с первого дня форума прочувствовали, насколько важна идея, воплощенная в реальность. Сейчас молодежи нужно что-то больше творческое, что-то больше такое. Эмоции, как сегодня сказали, молодежь нужно выводить на эмоции. А история, в частности, Великой Отечественной войны, это эмоции, потому что мы все люди и должны помнить. А помнить действительно есть что. Ведь сотни лет наше государство вместе бок о бок жили, работали, воевали, помогали друг другу, и память об этом еще жива. Но жива больше в сердцах наших мам и пап, бабушек и дедушек. На дискуссионных площадках слета студенческих патриотических объединений союзного государства ребята обсудят важность патриотического воспитания населения, сохранение исторической памяти и правды на современном этапе развития двух стран – Беларуси и России. Для города Бреста, для Брестской области важно и ответственно принимать данный форум. Мы всегда готовы к сотрудничеству. И, конечно же, очень важно брать именно опыт передовой, опыт и россиян, и в том числе ребята из Беларуси приехали тоже со всей страны, то есть со всех областей, именно белорусская сторона. И очень важно, чтобы мы не изобретали колесо, а действительно синхронизировали свои мероприятия, чтобы они были в общем русле и направлены на одну цель. Цель у нас – это воспитать гражданина-патриота. И ведь, как говорил глава государства, что патриота только может воспитать патриот. Поэтому очень важно, чтобы не только на словах был патриотизм, а на деле. Старт дан в Бресте, где пройдет обсуждение 5 основных направлений патриотизма – наука, экология, спорт, защита Отечества, история. Следующая точка форума продолжится в городе Ржев Российской Федерации.